Ребят, сегодня я покажу, как собрать кнопку PLV-4.1 от КМЗ. Для этого нам понадобится вот такой вот корпус. И вот такого корпуса, чтобы там весь механизм прятался. Вот такие штуки. Гайки и шайбы вот такие вот. И из такой детали, и из такой вот кнопки, и пружины. Для начала берем вот эту штуку, вставляем ее, потом берем вот эту штуку, вставляем ее тоже, потом берем эти штуки, так вставляем, потом берем шайбы и вставляем в каждую. Потом берем гайки. Потом берем гайки и закручиваем. Потом берем еще одну гайку. Потом берем провода, вставляем в эту черную штучку. Потом берем еще раз гайки и уже здесь закручиваем. Берем еще одну гайку и тоже вот так вот закручиваем. Вот у нас получилось вот так вот. Потом берем еще вот такой вот провод. Это уже заземление. Отверткой откручиваем вот это вот. Вот сейчас. Так. Потом вставляем этой стороной в этот винт. Потом закручиваем. Так. Выпал провод немножечко. Опа. Вот у нас получилось вот так вот. Вот провод держится. Вот полноценная кнопка. Кому было интересно, ставьте лайки. Всем пока-пока. И подписывайтесь на канал.